Хакасии нужно срочно задействовать внутренние резервы. У республики большой потенциал по сбору и переработке дикоросов. Его и надо развивать, заявил глава региона. Ягоды, орехи, грибы, папоротник. Чтобы поставить этот бизнес на промышленные рельсы, в республику приедут два эксперта из Томска. У них есть успешный опыт. Специалисты расскажут, какое оборудование нужно, как продавать дикоросы, что нужно учесть при создании бизнеса. Обучение пройдет в рамках семинара-совещания с муниципальными образованиями. Главная задача – разработать планы для городов и районов. Там же определяться, какие территории смогут заняться бизнесом на дикоросах.